перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я его уже записал, ты не слышал его? Коктейль Молотова называется этот трек. Скиньте, послушай. Эй! Всем привет, друзья. Мы в Вегасе. Сейчас будет жара. Настюха, привет. Как твои дела? Здравствуйте. Эй, 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 эй. Что ты скажешь им? Что я скажу? Ждите альбом, это будет бомба. Вы охереете. Ты, расскажи им, кто ты. Я Psycho Life. Скажи им, что это не официальная страничка. Артист. Это вторая страничка. Это вторая официальная страничка. Ах ты, пират. Чё, как в миксе тусанули вчера? Я только что из микса. Я не спал до сих пор. Я вчера выступал в 2 часа ночи и до сих пор не спал. Насчёт Хабаровска пишите директору. Эй, настроение пушка. Я не игнорирую никого в директ, я по возможности стараюсь всем отвечать. Всем большое спасибо, кто... Пишите сайт, я отвечу. Всем большое спасибо, кто поздравил меня с 23 февраля. Девочки-красавицы. Хорошенькие. Таблетки кидаешь? Нет, брат. Я только бухаю. Таблетки кидаешь? Нет, я только бухаю. Казахстан совсем скоро, кстати, уже все, забили дату, не помню какую, но какую-то дату забили, скоро будет анонс. Пойдемте, я покажу вам вообще, что такое Муз-ТВ изнутри. Эй, 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 эй. Надо отдать зажигалку. Стрельнули. Скоро будем в Алматы. У кого-то я здесь взял зажигалку. О, привет, привет. Ты здравствуйте. Нет, нет, не у меня. Вот. Но ты пришел прям к нам в руки. Да? Да? Я должен был к вам попасть? Да, да. Блин, ладно, я потом надену свои новые сережки. А что надо делать? Интервью тебя записать хотим. Интервью хотим? Да. Все, я понял, я вас знаю. Я вас знаю. Давайте дадим интервью этим красивым людям, этим милым людям из Муз-ТВ. Вот я своим подписчикам показываю изнутри, что такое Муз-ТВ. Так, прекрасно. Всем привет. Мы, наверное, помешаем. Здравствуйте, здравствуйте. Здесь он включен. Где, где? Ведите меня, пожалуйста. Эй! Вы самые красивые у меня. Че, куда идти? Да, здесь. Я здесь уже давал интервью. Я давал интервью прямо на этом месте. Братья, держи вот так. Ну,
формате Инстаграма заснять видео поздравления на 8 марта девочкам. Девочкам? Да, в формате таком типа «Всем привет, с вами Сайка, я хочу поздравить дам и, ну, что-нибудь наговори, секунд на 20-25, окей?» Угу. А дам какого любого ресурса? Типа Муз-ТВ? Да, или... да. Угу. Всех зрителей Муз-ТВ, получается? Всех зрительниц. Зрительниц Муз-ТВ, давай. Как будто ты снимаешь, как зрительница. Дорогие друзья, я хочу поздравить наших женщин, красавиц, милашек с 8 марта. Всех зрителей, зрительниц Муз-ТВ. Желаю вам всего самого наилучшего. Любви, здоровья, много цветов, море улыбок и сладких конфет. Спасибо, что вы есть. Все, спасибо. Go. Ну что ж, продолжаем. Эй, ты, нормально. Потихоньку. Вы курите сигареты? Нет, гримерку. Все, понял. Рад был видеть. Давайте на грим. На грим, на грим, на грим. Эй, эй. Смотрите, это Муз-ТВ изнутри. Настя, куда ты меня ведешь? Так ждала, тебя так ждала. Хрустальную. Так ждала, тебя так ждала. Давайте. Ленька. Ленька здесь. Нарисуйте мне скулы, пожалуйста. Это Кунцево, Вегас, да, приезжайте все сюда, тут куча моря, крутых артистов вообще. Рауф и Файк здесь, Артик и Аси, еще огромное количество вообще талантливых, крутых музыкантов. Которых я не знаю, да? Да нет, я всех их знаю лично. Хорошо, я вас тоже всех обожаю. Алло, Вань. Только прическу надо изменить. Локоны. Локоны. Эй, эй, эй. Грим. У тебя там меньше 10% уже, кстати. У меня меньше 10%. С ума сойти, 6%. Нам нужна зарядка. А вот я вижу шнурик прямо под этим. Кто как меня? Красоту наводят. Наводят, да. Мейкап, мейкап. Носик припудрите. Зачем тебе грим? Ты и так красавчик. Лил Кейт, привет, привет. А, это не Лил Кейт. Когда в Питер? 24 марта у меня большой сольный концерт в Питере. Я вас всех жду, билеты уже в продаже. Вот это самая сложная процедура, друзья, смотрите. Смотреть вверх. Чуть-чуть повыше. Да, а иногда бывает еще... А еще иногда бывает неопытный визажист, и он тыкает в глаз. Весь белок замазывает. Да, весь белок замазывает. Грим я делаю, чтобы не было синяков. Чтобы никто не понял. Эй, эй. Все? Мне кажется, я такой... Какой-то... Какой я? Как? Меня хорошо? Хорошо все? Скулы есть? Скулы? До них пока никакого. Мне 20. Все, красавчик. Мне 20, да, и 24-го большой сольный концерт в Питере. Тебе снова 20. Мне снова 20. Еще? Припутаться, что не блестит. Так ждала, тебя так ждала. Угнала. Тебя угнала. Ну и что же здесь хрень? Передашь привет моим подписчикам, Ваня? Всем привет! Эй! Блин. Все? Все, большое спасибо. Конечно. Это делал профессионал.
И в глаз не попал. И в глаз не попал, да. Все, спасибо. Угнала, тебя угнала. Это пиздец, я первое время, когда выходил в эфир, не понимал, что говорить. Я счастье, благополучие. Романец, короче, двигался. О, не хочешь, чтобы у тебя подписчиков, пиздец. Ты что, миллионер? Ты не экономишь вообще? Не экономлю. А? Не экономлю. Напролом. Напролом. Черная лошадка, въебущая королей. Вот здесь. А есть? Все. Всем спокойной ночи. Ой. Все. Всех люблю, целую, обнимаю. Это Вега Скунцева. Всех мы ждем. Я через пару минут снова выйду в эфир. Всех жду. Не уходите.